Так, доброго утра. Появились новые модельки. Цвет графит с воротничком. Такие длинные шубки. Это остроганчик. Супер модный, супер стильный. Расцветка есть красная с чернобуркой. И цвет пудрочка есть. Вот такие новые фасончики доступны к заказу. А вот еще я сделал небольшой видеообзор дубленок со склада. Пожалуйста, посмотрите. Если вас дубленка заинтересует, можете мне написать. Все это доступно к заказу. Размеры дубленок разные есть, от 38 до 80. Соответственно, и модели разные. Так, это идут косухи, расцветки разные. Дубленочки, куртки, пиджаками. Дубленки длинные, примерно длина 100-105 сантиметров. Цвет черный, коричневый, бежевый, цвет графит. Это все новые модельки, все доступно к заказу. Пожалуйста, посмотрите, я пофотографировал для своих подписчиков дубленки. Так, вот, пожалуйста, новые модельки. Длина 100 сантиметров, 105. Косухи модные, примерно длина 70 сантиметров. Это из барашка такие шубки. Очень модные и, ну, относительно недорогие, но для меня как бы такие, я считаю, не дешевые они. В районе 40-45 тысяч рублей. Вот эти вот. 35-40-45. Вот. Вот они с английскими воротниками. В этом году они хорошо у нас продавались. Так, пиджачками дубленки. Удлиненный фасон с воротником. Цвет капучинка. Вот такая вот моделька модная, коротенькая. Это пиджачок. Примерно размера 46, 44, 48, 50. Такой пиджачок, это пиджак из астрагана черный. Вот это ультрамодные вещи, астраган, английский воротник с отделкой из куницы. Так, пиджак, цвет капучино. Такая шубка, это астраганчик с мехом песца. Вот астраганчик пальто, красный, бежевый и синий цвет. Есть маленькие размеры, смотрится просто шикарно. Астраган можно носить от минус 15 до плюс 10 градусов. Оно смотрится как пальто. До встречи, пишите, звоните.